дадут грустить реальные почти ноль личности. Йой, дивись, а? Получается, а? Я уже 20 раз на чеканю. Офигеть, а? Даже в школе так не получалось, а? Тю, може йому вообще не говорить, що сьогодні вибори? А що, починаємо, да? От Луганська і до Львова президент нам нужен новий. Україна, рідна мать, ей, виходь голосувати. Ти вибирай сьогодні, хто ж тобі перший друг. Витя. Юля. Знову Витя. А ще є Яценюк. Я просив у воскресенье, кинь за мене на бюллетень. Глянув в урну, їх нема, підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Я облазив очі урни, даже в тубзиках нема. Може, ще раз провірю. Ти казала, що моментом стану новим президентом. Навела собі гламур, а тут бас і вторий тур. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Що ж я зря 120 гривень на прическу і звела. Волновався в воскресенье, сколько наберет Арсений? 2%, Яценюк, я доволен, я ценю. Ты же не обманула, не подвела меня. Ведь эти 2% это ж вся моя родня. Слышь, малой, гляди как надо. Шо вы лезете куда-то, нету лучших кандидатов. У меня красивый бас и за мною весь Донбасс. Ты же не пожалеешь даже 100 лет спустя. Жаль, что кроме Донбасса есть другие области. Мы пока тут выступали, бюллетени подсчитали, побежали на банкет. Кто веселый, а кто нет. Ты ж моя Украина, ты ж не забудь нас, друг. Витя. Юля. Знову Витя. А еще был Яценюк. Ты ж моя Украина, ты ж не забудь нас, друг. Витя. Юля. Знову Витя. А еще был Яценюк. Да кто этот Яценюк?